Здравствуйте, мои любимые! Очень рада встретиться с вами на моем канале. В сегодняшнем видео я хочу показать вам мою обновленную парфюмерную коллекцию. С момента выхода подобного последнего видео прошло уже достаточно много времени, и с тех пор многое в моей коллекции поменялось. Пришло большое количество новых красивых ароматов, некоторые ароматы из нее ушли, поэтому давайте сегодня обсудим. Посмотрим, как пойдет дело. Если это видео окажется слишком длинным, то я разделю его на две части. А если время затратится не так много, то тогда одним видео это все выложу. Хотелось бы, конечно, так. Все ссылочки я для вас оставлю в описании под видео. Все это я заказывала в прекрасном моем любимом интернет-магазине парфюмерии, косметики, рандеву. Также оставлю для вас скидочный промокод на 10%, который суммируется со всеми скидками, акциями на сайте. Действует на весь ассортимент. Он называется 10 Love Shop. Он постоянный, многоразовый. Запомните его, применяйте при всех своих последующих заказах. Также, если вы хотите, чтобы я помогла вам заказать любую парфюмерию и косметику на рандеву с 30% скидкой, вступайте в мои совместные закупки. Ссылочка будет самая верхняя в описании. Подписывайтесь на телеграм-канал и ждите моего объявления о том, что я открываю новую очередную совместную закупку. Это все происходит довольно просто. Вы мне в личных сообщениях скидываете ссылку, количество миллилитров, на ароматы. Все это плюсуете, вычитаете 30%, переводите мне на карту, я делаю заказ, отчитываюсь перед вами всеми скринами, что я получила от вас выплату, что я добавила ваши товары в свой заказ, что я заказ оформила. Через неделю я получаю нашу с вами посылку, все это обозреваю. И после этого уже вы мне пишете свой адрес, и я вам отправляю. Уже очень много девочек воспользовались этой возможностью. Скидка очень хорошая. Это 1/3, особенно если вы мечтаете о каком-то очень дорогом парфюме, да, допустим, там, да, за 20 тысяч рублей, то скидка 7 тысяч рублей — это очень весомо. Поэтому пользуйтесь, пока у меня есть такая возможность вам помочь. Я с удовольствием это сделаю. И вы тоже будете обладателем красивой парфюмерной коллекции. Будете покорять и сражать просто всех окружающих на повал. Итак, в моей коллекции насчитывается 62 флакона на момент записи этого видео. Если считать именно по количеству ароматов, то это 60 ароматов, то есть понимаете, да, что 2 аромата у меня в виде повторок, то есть большие есть версии по 30 мл. Версии по 30 мл я скоро до них дойду, буду носить их с собой в сумочке, а вот большие версии у меня останутся. Ну, это, конечно, те ароматы, которые мною очень любимыми являются. Также в моем виш-листе имеется сейчас немало ароматов, о которых я мечтаю, и после того, как я помогу вам с закрытием всех ваших хотелок, я обязательно приступлю к заказу всего того, что я хочу. Я, наверное, сниму в ближайшее время для вас такое разговорное, уютное видео, да, и покажу вам те ароматы, которые я очень-очень-очень хочу включить в свою парфюмерную коллекцию. Итак, не будем сегодня о нотах, будем говорить о том, что я чувствую, чем мне дорог каждый аромат, и давайте приступать. Всем желаю приятного просмотра. И начать сегодняшний обзор мне хочется с тех ароматов, которые вошли в мою парфюмерную коллекцию не так давно. И первый аромат, самый-самый бюджетный в этой коллекции, это Gloria от Vanderbilt. Достаточно такой скромный, лаконичный здесь флакон. Округлой формы лебедь изображена на этом флаконе. Аромат стоит меньше 2000 рублей, пробник стоит 40 рублей, самый бюджетный пробник на рандеву, и в этот аромат я просто влюблена. Он пахнет восхитительно. Он пахнет очень дорого, в духе Шанель для меня. Очень красивый, очень дорогой, роскошный, стойкий, с характером аромат. Здесь потрясающие ноты, очень красивые цветы в основном. Не назову этот аромат каким-то легкомысленным, да, но и слишком горьким и тяжелым я его тоже не назову. Аромат с характером и со своей оригинальностью. Очень-очень дорогой по звучанию. Не мягкий, не легкий, не девичий. Я просто с ума схожу по нему, я обязательно буду повторять этот аромат, потому что это аромат изысканности, аромат элегантности, аромат дорогой, красивой женщины с характером, ухоженной, такой стильной. В общем, это просто чудо, я не знаю, как они это создали, еще и просят такие копейки за этот аромат, но это удивительно красивая вещь, которую я советую попробовать просто абсолютно каждой девушке. Следующий аромат, к которому мы с вами перейдем, Anna Björk Poudre от бренда La Taffe. Это единственный флакон от
аромат этого бренда в моей коллекции. Тоже достаточно скромный лаконичный флакон, крышка также пластиковая, стоит это все 2000 рублей, причем это у меня 60 миллилитров. Тоже могу его описать как дорогой, роскошный, пудровый, чем-то он на Lipstick Fave похож, только более мягкий, да, от Juliette Hezegan. Чуть полегче этот аромат, да, пахнет он пудрой, пахнет дорогой, роскошной, люксовой помадой, пахнет ухоженной женщиной, которая просто настолько безупречно и опрятно, стильно, аккуратно выглядит. И вот этот вот парфюм — это завершающий штрих. Невероятно красивый аромат женственности, элегантности. Если в прошлом аромате больше характера ощущалось, да, но он настолько сложный и красивый, что можно сойти с ума, то здесь этот аромат полегче, более запудренный, в том больше желтых цветов было, подойдет девушкам, которые любят ароматы полегче, в основном пудровые ароматы. Очень-очень красивый, тоже советую обязательно попробовать, потому что это удивительный парфюм и за какие-то копейки. Следующий аромат, к которому мне хочется перейти, тоже недорогой, это Лондон от Burberry. Обожаю этот аромат. У меня 30 мл всего, когда я доберусь до него, когда я перестану тестировать огромное количество парфюмерии, да, и у меня появится возможность наконец-то пользоваться своей парфюмерной коллекцией, да, не разнашивать все новые и новые ароматы. Я очень быстро использую этот парфюм. Я его тоже могу описать как очень красивый, дорогой, женственный, но он более легкий. Здесь чуть больше фруктов, но все равно вот этот какой-то лоск, какая-то женственность, стиль, характер, качество, элегантность. Все это есть в этом аромате. Если от Burberry в основном ароматы более такие легкие, нежные, более невесомые, да, более фруктовые обычно они создают, то этот аромат, он более такой элегантный, более какой-то серьезный, более статный по сравнению вот с остальными вкусненькими их ароматами. Дальше, следующий парфюм, который я безумно люблю, Gucci Bloom. Расслушала я его не так давно, я в магазине его ходила, слушала, но вот как-то ничем он мне не приглянулся. Но после того, как я носила на себе пробник, я все время говорю о том, как важно разнашивать на себе пробники именно вот в спокойном помещении, в спокойной обстановке, когда нет никакого шума, да, в плане других запахов, потому что в магазине мы не всегда адекватно воспринимаем и расслушиваем ароматы. Вот, и когда я расслушала этот аромат на себе, я просто не могла понять, как я ходила мимо него. Это тоже очень дорогой, очень красивый, женственный, универсальный аромат. Вот они все, да, вот эти четыре аромата, которые я сейчас описываю, они все очень женственные, все элегантные, все достаточно такие строгие, да, то есть никаких таких чрезмерных фруктиков нет. Все для дорогой, роскошной женщины, деловой. У всех у них хорошая стойкость, прекрасный шлейф, и все они очень комфортно носятся, то есть они не вечерние, но при этом они не сверх какие-то легкомысленные. Они вот являются чем-то средним, и мне кажется, что понравится, ну, подавляющему большинству. Дальше, следующий аромат, к которому мы с вами перейдем, это Линтердит от Givenchy, классическая версия, парфюмерная вода у меня, очень красивый флакон, прозрачный, тоже ходила мимо этого парфюма невероятное количество времени, только после того, как, опять же, пробник разносила, я влюбилась в этот аромат. Господи, сейчас вдыхаю, не могу поверить, что вдыхаю. Если Gucci Bloom был более такой пудровый, минимум тепла в нем было, но несмотря на это он потрясающе красивый, да, то здесь больше тепла. Здесь этот аромат, ну, практически сладкий. Хотя я не люблю сладкие ароматы, но этот сладко настолько приятный, он не приторный, он прям очень вкусный. Такой сумасводящий. Очень красивая здесь ваниль, красивые теплые ноты. Такой обволакивающий, густой, очень комфортный и очень уютный. То есть вы будете такой теплый, к вам захотят тянуться окружающие, и будет им очень комфортно в вашей ауре находиться. Следующий аромат My Way от Giorgio Armani, причем версия floral, да, не классическая версия, как вы видите, потому что в классической там флакон прозрачный, здесь у меня флакон матовый. Очень красивая крышка вот такая в виде камешка, и в эту версию я влюбилась. Если насчет классической версии у меня всегда были сомнения, мне вроде нравится, прям нравится, да, но не до такой степени, чтобы иметь у себя в коллекции, то этот аромат, опять же, как только я его в виде пробника разносила, я поняла, что мне это надо просто до неимоверности. И это тоже тот же аромат, который я могу назвать не слишком легкомысленным, но и не слишком вечерним, не слишком тяжелым, да. То есть это вот тоже аромат из той же категории. Дневной аромат для роскошной деловой женщины, для стильной, для ухоженной. Тоже прекрасный шлейф у этого аромата.
аромата. Здесь такая красивая цветочность, но всего в меру. И в меру теплоты, и в меру здесь характера. Да, хотя его слишком здесь нет. Все очень-очень красиво и элегантно, просто сумасводяще. Дальше, следующий аромат. Давайте, наверное, из той же категории, да, мы с вами посмотрим. Это, наверное, будет Sea Passion от Giorgio Armani. Тоже безумно люблю этот аромат. Он уже более пудровый для меня. Я прям чувствую здесь пудру. Здесь, конечно, потрясающе красивая черная смородина. Он в меру теплый, он в меру томный, он в меру страстный. Он тоже прекрасно подойдет вот для дневного времяпрепровождения. Будет слышаться просто дорого, шикарно, роскошно для какой-то супер ухоженной, стильной женщины. Черная смородина здесь потрясающе красивая, при этом она так здорово обрамлена, что она звучит прям дорого. И не пахнет этот аромат, ну, какими-то легкими, да, чрезмерно фруктиками и цветочками. Нет, это очень-очень дорогой, страстный, красивый аромат для очень ухоженной женщины. Дальше, следующий аромат CH, да, Carolina Herrera. Тоже люблю его до безумия. Вот он тоже из этой категории дневных, красивых, сумасводящих ароматов. Здесь уже пачули чувствуются. Несмотря на то, что я не поклонник пачули, но здесь они очень красивые. Здесь тоже в этом аромате, его не назвать вечерним, но при этом в нем чувствуется характер. И наряду с этим вам будет в нем комфортно. И вы тоже будете себя дорого и роскошно ощущать в нем. Обожаю этот аромат. Он какой-то очень противоречивый для меня, но он у меня вызывает зависимость. Стоит мне один раз им пшикнуться, мне хочется это делать потом ежедневно. То есть вот какая-то такая манкость в нем присутствует. Дальше следующий аромат, о котором мы с вами поговорим, это уже очень легкий, нежный, невесомый девичий аромат, да. Ну и также для тех, кто любит нежность. То есть он уже будет отличаться от всех вот этих предыдущих, да, потому что это нежная нежность, легкая легкость, цветочность и невероятная невесомость. Какая-то чистая такая милота, даже наивность вот какому-то воздушному, либо нежно-розовому, либо белому платью с какими-то такими летящими распущенными волосами, с легким макияжем. Вы будете как ангел в этом аромате, да? Miss Dior здесь, Eau de Parfum. Версия самая последняя, да? Новая версия. Вы будете просто как ангел в этом аромате. Воплощение нежности, цветочности, при этом изысканности. Очень дорогой аромат. Ну вот, сама нежность заключена в нем. Очень похожий для меня аромат на него. Это, конечно же, Flower Bomb от Victor & Rolf, да, классическая версия. То есть вот такая вот бомбочка красивая, ограненная. Тоже нежный, цветочный, девичий, легкий аромат. Хотя он, ну, чуть более терпкий, да, чем прошлый. Прошлый — это вообще нежная нежность. Здесь тоже красивая цветочность, легкая, нежная. И я вам говорила уже, да, что я его на себе вообще не ощущаю. То есть он как будто бы улетучивается после нескольких минут спустя нанесения, да. Но все окружающие его на мне слышат. Поэтому для меня это вообще просто бриллиант в парфюмерии, да. Меня он не напрягает, а все остальные делают мне комплименты и говорят, какими красивыми цветами от меня пахнет. Следующий аромат, о котором мне хочется поговорить, это от Le Labo Jasmine 17. Маленькая у меня версия, потому что этот парфюм невероятно дорогой. У меня здесь 15 мл, я его берегу как зеницу ока. Это очень красивый, элегантный, дорогой жасмин. И я мечтаю о большой версии, но она стоит... Ох, господи, она стоит около 30 тысяч рублей. Когда-нибудь я ее себе позволю. Но, видимо, не сейчас, пока не закончу ремонт. Это потрясающе. Красивый жасмин, практически ничего здесь больше мы не слышим. Просто теплый, ароматный, насыщенный жасмин, у которого невероятная стойкость, невероятная шлейфовость. То есть нужно буквально пару пшиков, и вы будете пахнуть несколько дней этим парфюмом. То есть, в принципе, здесь его высокая цена, она оправдывается, да, вот этой стойкостью. То есть у него очень экономичный расход. И еще один аромат у меня от бренда Le Labo. Я вообще очень люблю этот бренд. Vetiver 46. Здесь у меня уже 30 мл, тоже чистый ветивер, красивый, просто невероятно красивый. Вдыхая этот аромат, мы можем понять то, как пахнет ветивер практически в монозвучании. Это очень красивый природный аромат, чуть-чуть какой-то древесностью, да, он отдает. Так вот и не описать. Тоже стойкость неимоверная, вот какое-то единение с природой, когда слышишь этот аромат. Такое ощущение, что вот
ты где-то вне дома находишься, а где-то среди какого-то леса, каких-то лугов чудесных, вот в какой-то солнечный день, и солнышко все вокруг согревает. Тоже мой любимейший аромат, никогда с ним не распрощаюсь. Он тоже очень стойкий, очень шлейфовый. Следующий аромат в моей коллекции, еще один очень бюджетный, но очень красивый, от Pepe Jeans London, коктейль, да, и в виде вот такого фужера выполнен здесь флакон. И это прекрасный аромат, это уже очень вкусный, очень сочный аромат. Такие тропические здесь фрукты потрясающие. Это аромат, поднимающий настроение. Это аромат бодрости, аромат солнечного дня, каких-то тропиков вкуснейших. Это то, что зарядит вас, поднимет настроение и сведет с ума всех окружающих. Все за вами просто толпами будут ходить от того, какая вы вкусная. Всем захочется вас укусить и попробовать. Насколько здесь потрясающие фрукты. Они такие яркие, такие жизнерадостные, такие теплые, такие позитивные. Просто сойти с ума. И еще один аромат, который дико на него похож, да, вот просто практически они вот из одной серии, да, это Escada Touch Sunset. Вот этот аромат пахнет так же, только он сейчас стоит дороже, но это тоже очень красивые фрукты, потрясающе вкусные. Прошлый аромат чуть более сладкий, этот аромат тоже из очень вкусных, теплых, сладких фруктов. Больше здесь апельсинов, да, ой, но тоже звучит сумасводяще красиво. И вот они из одной серии, они очень поднимают настроение, они делают вас счастливой, ароматной, вкусной, то есть на разные случаи жизни, на разные настроения у меня разные ароматы. Дальше я хочу перейти, наверное, с вами к ирисовым ароматам. Я люблю ирис в парфюмерии, это мой самый на данный момент любимый цветок. И самый дорогой ирис в моей коллекции — это Шанель номер 19, пудре. У меня достаточно большой флакон, да, здесь 100 мл, потому что я влюбилась в этот аромат тоже после того, как испробовала его в пробнике. Да, это очень красивая пудра, это чудесный натуралистичный ирис, и содержимое вот такого цвета, изумительного, да, такого лаймового. Очень стойкий, очень нежный, такой обволакивающий аромат. Вы будете просто в какой-то неземной ауре находиться. Он не напрягающий, он не характерный, он просто вот какой-то настолько нежный, обволакивающий и невесомый, при этом очень стойкий. Это, наверное, самый красивый, самый роскошный ирис в моей жизни, да, который я пробовала. Но это прям вот нежная нежность, пудровая пудровость. Это очень сильно красиво. Дальше, наоборот, самый бюджетный ирис в моей коллекции — это Aqua Колония, шафран и ирис, да, шафран и ирис. Большой здесь флакон, 120 мл, если я не ошибаюсь, без крышки он идет. И здесь и ирис в большом количестве, еще плюс шафран. Обожаю шафран в парфюмерии, хорошая стойкость. Здесь, да, здесь мы слышим ирис, мы слышим шафран, он здесь нежный такой, ароматный, и как будто бы цитрусы здесь тоже, да. То есть если в прошлом парфюме не было никаких цитрусовых, да, здесь мы прям ирис и пудру чувствовали, то здесь наряду с ирисом, шафран и как будто бы цитрусовый. То есть он такой прохладный, свежий аромат, и он более легкий, потому что это одеколон, да, а не парфюмерная вода. Дальше еще один ирисовый аромат, конечно же, от Эссентрик Молекула, да, Молекула первая плюс ирис — это аромат чистоты, свежести, нежности плюс ирис. Это тоже очень красиво, не сильно бюджетно, к сожалению, сейчас, но не так дорого, как Шанель, да, средняя ценовая категория. Звучит потрясающе, звучит очень похоже на пудре, но потеплее, менее насыщенно, да, и с нотками свежести. Ой, если вы любите ирис, вы просто сойдете с ума от этого аромата. Дальше, отступимся пока от ирисов, вернемся к ним чуть позже. Следующее, о чем мне хочется поговорить, это еще одна бомбочка. Я какое-то время, у меня был пунктик на них, я заказала все бомбочки, которые мне нравятся больше всего. Они очень красивые. Это у меня Flower Bomb in the Sky. И здесь покрытие такое, видите, перламутровое, очень красивое. Тоже нежный цветочный аромат, который мне нравится. Он для меня похож на классическую версию, но при этом отличается каким-то теплом, какими-то красивыми переливами. Но он тоже настолько же нежный, настолько же цветочный, только чуть более теплый и чуть более насыщенный. И еще одна версия у меня этого парфюма. Это Flower Bomb Ruby Orchard. Да, здесь красивая ванильная орхидея. Бомбочка здесь, ну, такого вот
рубинового цвета. Более теплый, более ванильный аромат. Ванили здесь много, она здесь невероятно красивая. Я помню, что я очень ждала этот аромат, потому что он был только в миниатюрке на рандеву. И я подписалась и ждала, когда он появится в наличии. Это тоже в стиле вот этой линейки, да, то есть это пахнет цветочным садом каким-то очень красивым, без каких-либо фруктов. Это не пахнет фруктами от слова совсем. Это пахнет красивыми ароматными цветами, цветочным садом, но здесь вот много ванильной орхидеи наряду с этими цветами. Дальше, следующий аромат, к которому мы с вами перейдем, пожалуй, это Allure от Chanel, да, классическая версия. Eau de Parfum у меня, не версия Intense ни в коем случае. Версия Intense очень красивая, но для меня тяжеловатенькая, с пачулями. А вот этот аромат для меня самое то. И у меня вот два флакона, настолько он мне понравился. Аромат элегантности, аромат дорогой женщины, успешной женщины, утонченной, изящной, изысканной, да, при этом не девочки какой-то, да, где вот фруктики, ягодки, а вот именно такая успешная леди. Да, аромат дневной, очень-очень дорогой. Вообще, конечно, Шанель, есть Шанель, и невозможно заменить ни один аромат от этого бренда ничем другим. Это настолько дорого и настолько красиво. Но тут он какой-то универсальный для меня, причем он для меня очень такой строгий, дорогой и строгий. Дальше, следующий аромат, это вообще мой самый любимый в жизни. У меня вот такая огромная версия. И маленькая есть у меня версия, да, вот я ее с собой в сумочке скоро собираюсь носить, когда добью свои небольшие отливантики. И вот эта версия у меня останется дома. 200 мл здесь, потому что, как я сказала, это мой любимый аромат. Это Coco Mademoiselle, конечно же, от Chanel. Прекрасный флакончик, да. Стильный, при этом минималистичный. И это пахнет просто не передать чем. Для меня это пахнет какими-то персиками. Здесь пачули тоже есть, но они здесь какие-то волшебные. Это пахнет теплом. Это пахнет очень сложно. Здесь огромное количество нот. Да, он такой теплый-теплый. Этот аромат такой обволакивающий. Как будто бы вот персик для меня это. Но с огромным количеством и других нот. Невероятно стойкий, невероятно шлейфовый. Нужен один всего лишь брызг на себя, и вы будете пахнуть просто бесконечно. И так дорого. Это самый, кстати, комплементарный аромат в моей парфюмерной коллекции. Если я знаю, что мне нужно что-то на себя нанести, и чтобы это держалось долго и было шлейфово, я пользуюсь именно этим парфюмом и никаким другим. Дальше. К чему мы с вами перейдем? Это к прекрасному, самому моему любимому от этого бренда парфюму Dolce & Gabbana The One, да, классическая версия. Много я раз говорила об этом парфюме. Он всегда в моей коллекции, периодически на какие-то такие дорогие, богатые мероприятия. У меня сегодня, я знаю, что очень часто звучат слова «дорого-богато», да, «дорого-богато», «роскошно», но вот такой вот у меня вкус на парфюмерию, да, и я выбираю вот именно в большинстве своем что-то такое дорогое, богатое, роскошное. Как вы уже убедились, у меня есть парочка фруктовых ароматов, да, вкусных. Есть у меня несколько цветочных ароматов, таких как бомбочки. Есть у меня невесомый легкий аромат, да, это Miss Dior. Но в основном в моей коллекции дорогие, богатые, роскошные ароматы. Поэтому никак по-другому я назвать не могу их. Это очень теплый, ванильный, обтекающий, обволакивающий аромат. Очень густой, очень стойкий, невероятно комфортный. Аромат какой-то теплоты, просто непередаваемый. С вами будет хорошо. Вы будете внушать какое-то постоянство, тепло, заботу, стабильность, при этом изысканность в этом аромате. Вот он для меня такой. Вы будете какой-то очень ласковый, заботливый и теплый в этом парфюме. И, конечно же, на все какие-то вот такие изысканные мероприятия это просто палочка-выручалочка. Дальше, к чему мы перейдем, это L'Interdit. У меня вечерняя черная версия. Тоже как только я ее послушала, я поняла, что мне это надо. Причем вы мне посоветовали, да, заказать этот парфюм. Это вариация классической версии, прям стопроцентная вариация, но более вечерняя. Причем здесь нет никакой горечи, нет никаких здесь чрезмерных пачулей. Но просто мы, когда вдыхаем этот аромат, мы понимаем, что да, эта версия более вечерняя. Хотя они очень похожи, да, по своей направленности. Но мы понимаем, что это чуть более легкое, это чуть более вечернее. Но не, опять же, не горькое, не удушающее, не тяжелое. Следующий аромат, который я хочу вам показать, это Gucci Premiere Tester.
да. Сейчас каких-то просто баснословных денег это все стоит, но я вот в свое время успела его купила. 75 миллилитров максимальная здесь дозировка, и мне очень нравится, что покрытие здесь золотое, да, то есть мы видим золотой флакон, но когда мы смотрим на свет, это золото превращается в перламутр. И этот флакон становится для нас прозрачным, то есть я вижу количество содержимого. Это аромат, опять же, дороговизны, роскоши, при этом это аромат праздника, аромат какого-то радостного торжественного события из-за того, что здесь есть нота шампанского. Очень комфортный аромат, но тоже со своим характером, то есть он такой непростой. Вроде аромат праздника, вроде аромат шампанского, но это не пинг-молекула, да, от Zarco Parfum, то есть здесь... Этот аромат с переливами. Опять же, дорогой, роскошной, успешной женщины, но которая вот веселится, да, и торжествует по какому-то поводу. Следующий аромат, о котором мы с вами поговорим, давайте перейдем к нему, это Dolce & Gabbana Fruit Collection Orange. Это очень красивый натуралистичный апельсин. Вот нет у меня больше таких апельсинов прекрасных в моей коллекции, а вот этот, он настолько красивый, он настолько натуральный, что просто хочется закрыть глаза и съесть его. И настолько он мне понравился, что здесь 150 миллилитров у меня в этом красивейшем правильном флаконе, да. Содержимое здесь апельсинового цвета. И крышка здесь в виде апельсина. Я пытаюсь вдохнуть от нее аромат, но я в нее еще не брызгала. Это такой апельсин сумасводящий. И это такой аромат антидепрессант, что просто вот насколько бы вам не было плохо, насколько бы вот вы с каким-то тяжелым настроением, может быть, встали, да, и как-то вот все печально, и погода может быть какая-то печальная, да, а вам так нужно зарядиться энергией, и впереди столько всего нужно сделать в этот день, да, вы просто наносите на себя этот аромат, и все раскрашивается в яркие цвета. Все становится как будто бы, знаете, более каким-то золотистым, как будто бы вы вот через призму какого-то солнца смотрите на все вокруг. Насколько это изумительно. И он здесь такой натуральный, этот апельсин, как будто бы вот вы разрезали апельсин вместе с кожуркой, да, вот ровно-ровно напополам. И вдыхаете вот эту мякоть, вот эту оранжевую, сочную, идеальную. Вот так пахнет этот аромат. Это дорого, но это потрясающе красиво, поэтому я заказала такой огромный флакон. Дальше поговорим с вами еще о цитрусовых. Это мандарин, да, эссентрик молекула, молекула первая плюс мандарин. Это аромат чистоты, свежести, легкости плюс прекрасный сочный мандарин. То есть там у нас был апельсин. Поскольку я с ума схожу по цитрусовым, ну, в особенности по мандаринам и апельсинам, да, остальные меня не так будоражат. То есть к лимону, к бергамоту я как-то полегче отношусь. А вот апельсин и мандарин — это все, я прям... Родину готова продать за них. Так, сейчас вот без всяких там, да, подтекстов. Просто смешное выражение. Без крышки, к сожалению, у меня. Сейчас бы так классно бы в крышку бы это все брызнуть. Ну, в общем, это на нежной, легкой, невесомой базе. Сочный, красивый мандарин. Причем он прохладный. Как будто бы даже он немного с лимоном. Такой свежий, присвежий, присвежий. То есть не сладкий, не теплый, да, а свежий мандарин. И такой легкий, и вам в нем хорошо. Не супер стойкий, то есть это не то, что вы нанесете и будете пахнуть сутки. Нет, то есть придется его потихонечку обновлять. Но от вас будет пахнуть этим прекрасным мандарином. И он здесь тоже очень натуралистичный, очень качественный, потрясающе классный. Дальше, следующий мандарин в моей коллекции — это Aqua Allegoria мандарин базилик. Обожаю базилик. И вот то, как звучит этот мандарин здесь с этим базиликом, это тоже просто какой-то шедевр. Потому что здесь настоящий, опять же, мандарин, такой качественный. Вы, опять же, можете закрыть глаза, и у вас будет ощущение, что перед вами настоящий мандарин разрезали. И базилик. Он здесь в небольшом количестве, он здесь такой зеленый, он здесь очень пряный, такой красивый, ароматный. Вы знаете, я очень люблю аромат вот этих вот свежих листьев базилика. Я и в салат его все время использую. И вообще мне просто нравится открыть, да, вот эту вот упаковку и просто вдыхать этот аромат, насколько вот сам по себе базилик яркий, да, насколько он красиво пахнет. И вот здесь, собственно, вот это идеальное сочетание мандарина оранжевого, сочного, теплого, спелого, сладкого. О! В хорошем смысле этого слова. И такого прям здесь вот и кожурка звучит. То есть чуть-чуть даже с горчиночкой. И какой здесь базилик. Как это красиво. То есть если прошлый аромат, он был на базе свежести, легкости и чистоты, то здесь прям мандарин. Мандарин и с базиликом. Ой, это непередаваемо. Вообще мне безумно нравится линейка Aqua Allegoria. Сейчас в моем избранном лежат еще 3 как минимум аромата из этой линейки. И что-то мне подсказывает, что я до них доберусь. Нет у них каких-то промежуточных, да, вариаций, литражей.
То есть либо маленький пробник, либо 8 мл, либо совсем большая версия 75, да, как-то вот 30 мл, к сожалению, они почему-то не выпускают. Вот, поэтому, да, придется раскошелиться мне в какой-то момент на полноразмерные версии. Да, поскольку это видео затягивается, ароматов много, я вижу, что тайминг здесь такой у нас не маленький, да, все-таки поделим давайте с вами это видео на две части, чтобы вы не устали смотреть. Первая часть на сегодня заканчивается. Спасибо вам большое за просмотр. Все ссылочки будут в описании, не забывайте его разворачивать. При заказах ваших самостоятельных на рандеву пользуйтесь моим скидочным промокодом на 10%. Если хотите моей помощи с 30% скидкой, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка самая верхняя в описании. Оценивайте это видео лайком, пишите что-нибудь хорошее в комментариях, вообще хоть что, хоть смайлик, хоть одно слово, вы мне очень поможете в поднятии просмотров этого ролика. И да, встретимся здесь во второй части уже завтра. Всем до скорых встреч!